World Stone. It was the power of creation. I gave my life to destroy it. Погнали, наши. But it's corruption. Просочилась в мир. О, это if что, humanity этот? Is to survive, что за фигня? They must StarCraft? Stand together. And face the rising darkness. There's Diablo. Забыл. Though that may not be enough. Ой, блядь. Яке ж воно кінчене. На компьютере. Так, что тут у нас есть? Так, надо потише где-то такое сделать. Так, слушай. Алло. 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 Как, блядь, тут тише сделать? Шестеренка. Блять, вышла из игры, сука, тупая. У меня просто не заходила, но не была активна кнопка играть, потому что надо было перезапустить. Сейчас еще тут будет у меня обновлять, да? Пишу. Да, что-то скачивает. Так, три человека на трансляции, то два это я. Ну я зашел. Смотри, я постригся. Где? Вот. Гляди. Красава. Красиво, да? На, за сколько? За 100 гривен? За 100 гривен, блядь. Интересно, с джойстиком смогу поиграть или нет? Попробуем. Чисто за 100 гривен. Блядь, заебало, что оно загружает постоянно? Или чего оно... Этот, наверное... Типа, 8 часов, все к 8 часам подрубает, да? Вот, ну, наверное, 6 сейчас налезут, да. У меня пока отладка приложения написана. Там у меня тоже самое. В игру не могу зайти. Только что у меня в оконном режиме запустилось? Это тоже она так запустилась? Да. О, ролик. Я только что на стриме... А, у меня тоже звук, да. На стриме ролик посмотрели мы с чатиком. Блин, а где звук? Реально. Я
Не, на компе получше графика, кстати, я смотрю. Ага. Как потише, блять, эту хуйню сделать. Ну я звук только в саму игру зашел на перса и только там сделал. Так, что у нас тут есть? У нас тут есть варвар. А где кем Влад начал, интересно? Я еще не варвар, потом что. Бабой? Варвар. Бабой. Бабой, да? Нет, мужиком. Охотник на демонов. Что там еще есть? Монах. Ближний бой, да? Крестоносец. Гибридный урон. И не команда. Паша не команда, надо будет. Крестик не до конца работает, блин. Две кнопки не работают. Даже какие две больше не работают. За чародейку, ой, блять, это убийцу лобов. Ух ты, блять. Это можно все? Снаряжение менять, да? Я не знаю, не смотрю стрим. Ну там внешний вид один раз только настраиваешь, боль потом больше ты не можешь сменить. Сейчас зайду. С телефона. А русскими буквами можно писать, да? Да. Ну зачем? На английском прикольней. Чё, а шо, фейл нельзя? Ты напиши так. Is it the dock for Wortham? God, that whole village has gone to hell. You sure I can't take you someplace else? Thank you, but I am. Что за бля графика, ёпта? Мальная штука. Люди какие-то пишут. Какой-то сервер зашел, чешу. Ты вообще на Blood Rose зашел хотя бы или нет? Не. Так ты с нами играть не сможешь, Болда. Выходи. О, нашел звук наконец-то, ебаный. Я пока потестю просто. Этот. Смена кадров. Ограничений. Качество. Супер высокая состоит. Теплая тона, классический. More lives consumed by darkness. Get away from those villagers. Пробела нету, да, никакого? Да я знаю. Сейчас. Что выйти? Из игры?
Я тебя закрываю. Основная атака пробел. Типа игру хрен зайдешь, постоянно обновляет. Блин, он нижние кнопки не видит. Собака. Так, Rhea Summit. Европа, да, какая-то? А вот Blood Rose вижу. Да. Друзья на этом севере 2. Ну да. Да. Так я не понял, кто за кого. Ты за Вара, Дима, Влад за кого там? Рил тоже за Вара. Не, Влад вроде Demon Hunter создал. Я не знаю, кого он создал. Там вроде видно. Где? Уже не видно. Oh yeah, hello, motherfucker. Hello, motherfucker. Что там? Добро пожаловать. Здорово. Здорово. Йо-йо-йо, с вами Foul Play. Фейлсплей. Я вообще не понял, что мне нахер с игры выкинуло. Ты не достоин. Оно все время выкидывает. В смысле, тебя выкидывало уже? Не, не выкидывало, я сам выходил. Главное меню. Я прошел до основного задания, когда открылся, ну, потому что надо цепочку пройти, убил одного босса, поговорить там потом с книгами, забрать карту, тебе открывается мультиплеер. У меня открылся мультиплеер, и нахер выкинуло. О, да, мультиплеер, да, нужно быть. Сейчас орёт. А где звук убрать? Он так не орал. В настройках. Где? Там не открывается. Когда в персонажа зайдешь. Так я ж в меню. В меню никак. Все. Персонаж. Хотя на этом можно было. На телефоне. Так а кто за кого будет играть? Я охотник для демонов. Да, сука, самую хуйню выбрал, понял. А я тоже перед этим за него хотел. За кого? За Demon Hunter. Какая параша? Сам ты параша. Мне нравится. Пизды нахуй. Это все, что ты можешь ответить? Там прикольно еще этот, как он называется? Монах, по-моему. Не знаю. Ну, РДДшник. Монах ближний бой. Ну у него там типа разные есть. Потому что как РДДшник. Так, тут какие-то награды были в магазине бесплатные, и я не забрал его забрать. Окей. Блять, награды, да? У меня никаких наград нет.
А что, так ты не прошел еще ни хрена. Так я ж на стрим даже не зашел. А стрим есть? Блять, стрим есть, говорит. Запустил еще вчера. Видно сразу, человек не из наших. Ты только заходил. Один играет в соло, там покачается. Другой стримчик не смотрит. Блять, я тебя не вырубил, а себя слышал. Как вы вообще этот голос слушаете? Бля, пиздец, жалко вас. Какой голос? Мой. Так ты у меня всегда в муте. Как ты меня сейчас слышишь, мразь? Друзья, Дима Феля. Феля в друзьях. Паши нет. Паши. У меня тоже Паши нет. Так, а как тебя добавить в группировку? А куда ты тут ищешь? Двое в сети, давай. Дима. О. My name is True. Как это мое имя, правда? Так, магазин. Отдайте мне награду, мои скинчики. Я, так я другие хочу скинчики. Как мне поменять скинчик? Мне там арбалет какой-то, ну, два арбалета дали. А. Ой, это не арбалет, а этот. Сейчас. То в магазин зайду, посмотрю. Где так, награды? Мне надо отыскать грязное убежище. Где это? А, вот. Были здесь бесплатные... Ой, типа, боевой пропуск. Там дали шмотку. Как в него зайти? Опять я хз. И как ее забрать тоже. Боевой пропуск зайти, не знаешь как? Умение, задание, кодекс, да. Где тут боевой пропуск? Он в поручениях вообще-то находится. Надо зайти сначала. Сейчас. Сейчас, подожди. Первое убийство дня. Во, первое убийство дня. Как забрать? Вот. Мне написано, доступно сегодня, я забрать не могу. Так, нажать на него. А, так, наверное, ты еще не открыл его. Так, там написано, она... доступно. Ну так и шо, что доступно? Там надо наверное, дойти до определенного этапа. Так, автоперемещение по этим есть, нихрена себе. Ладно. Что, долго это фигня обучения первое? Не. Не-не-не, все. Тут мана есть или только эти? КД, да? Понял? А, да. Похоже. Это похорошо. Тут, блядь, ману все время выполняется, конечно. Трэш полный. Кто вышел? Бат вышел, наверное. Наверное, что интернет отвалился. А кто это вышел? Паша? А он был с нами, кстати? А, да, был. Да, это он отвалился. А тут только на мобов надо направлять, чтобы стрелять. По самому нельзя в соляного стрелять? Куда я знаю? Я ж милишником играю. А. Может как-то зажать? А, не, зажать, это shift можно. Ну, шрифт это на месте стоять, да. И зажимаешь их левой кнопкой и стреляешь как хочешь. А то я постоянно, блядь, это на моба пока наведусь, блядь. А, тут наводиться и не надо. В смысле? Ты можешь зажать левую кнопку мыши, ну... Один раз навелся, зажал левую кнопку, ходишь, стреляешь, на само авто наводится. Тут, да. Так, ладно. В настройках еще сразу этот автоподбор шмоток включите. В общем, там вниз пролистать, автоматические сборы, галочки надо поставить. Да. Опять меня нахер с игры выкинуло. А оно вообще этот, скорее всего, будет выкидывать, потому что обновлений тут сейчас они только подкручивают. Еще ж не вышло, походу, игра. Не вышло. Она с тобой не выкидывает же. Ну, просто. Компьютер хороший. Здорово. Здорово. А кому ты? Паша вернулся. Количка вортом. Я могу пригласить его? Я еще не прошел. Еще 5 секунд. А, теперь вы лидер группы? Понял. А, Влад выкинула. Все, понял. Ну, я, короче, что-то нажал какую-то там иконку. Куда-то меня начало грузиться. И выкинул. А, the player hasn't unlocked. Да, еще не открыл. Да. Тут как только три умения или четыре, по-моему, да? Четыре. Еще не открылось.
Ну и ульта есть, когда ты набиваешь. Только что-то долго пипец набивается. А ты думал, она мощная так-то. А ты где? Капец, они тут пишут в чатике. Как чатик отключить? Сейчас меня забанят за это. Точно. Какой чатик? Слева чатик есть. А, в настройках выключи. Настройки... Пишешь, тут по-моему... по-русских пишешь, про русских. Пиздец. Чат, вот настройки, чат, и там галочки поубирай, чтобы... Надо, наверное, джойстик купить. Только группа и отряд. У меня, кстати, джойстик фиговый, у меня две кнопки не работают, поэтому я на клавиатуре сегодня. Я, наверное, этот куплю тоже себе нормальный джойстик. Скинешь какой-то там нормальный. Только я сейчас не выводил скрипты бабки, они на наш просела, так и не выросла обратно, так и лежит. Кто? А? Что? Кто просела? Но крипта. Я ж так ты скинул, я и не выводил еще. Дебил. Так оно ж просело, я и не вывел. Remain calm, Five. Adventurer! Kane! The cultists are attacking the western gate! We need help holding them back! Графика, чат вырубить надо, да? Хотя мне пофиг, я не стримлю. В общем, ты говоришь по автоподбор. Да, общее там вниз листаешь. Так, сейчас я пройду. Автоматические перемещения, включить публикацию снимков экрана. Автоматический сбор, это выше. Да. Три галочки ставишь, все. Да. Закрыть. Так, а как я тебя на карте увижу? Как ты мне отмечаешься? Я просто не вижу на карте. Капец тут дебил. В какой локации? В первой? Да. Ёбаная. Надо законнектиться. А вот я тебя, вижу вообще. По-моему, я сейчас к тебе за ТП-шусь. Прям ТП можно друг другу делать? Не, ну как? Там на ближайший телепорт рядом с тобой. Не, график, конечно, прям видно, такая устаревшая, мобильная. Знаешь, какие-то старые игры играешь. Ну, получше, чем Diablo 2. Единственное, что на компе тут, конечно, тоже близко, как и на этом, на телефоне. Да. А отдалить колесико нельзя. А Ctrl, не? Не. Вот я тебя вижу. Да. И. Ты у меня просто И. Ну, типа один, а я два. Так, где тут покачаться можно? Да я иду. Быстрее делай. Так я вон, лучше подожду Вову. И мне еще долго? И чё, и потом... Паше еще надо зайти, как бы. Ну, его потом ждать. Алло. Так вот, только сейчас тебя слышно. Давай, говоришь. Блять, а как обычно? Мне интернет отключился в 8 часов ровно. А как похилиться, ёбаный рот? Вон, Кью. Лев добык. Нет, Жень, интернет защищено. Парень. О, есть. 8 левел. Вы какие? 11. Так. 38. Так, управление, говоришь, да? Или общее? Управление. Общее. А чатик в чате. Что тебе там показывают? Как собирать все? Как-то автоподбор включить, где? Общее. Вниз листаешь, там автоматический сбор. Ни хрена себе, мне шмотку просто и дали. Да не, у него как-то в лесу гуляет, он полез. Капец, ты лагаешь. Паша разговаривает. Не знаю. Да интернета нету, я не знаю, что делать. Алло. С мобильного эхо. Локация маленькая, где здесь покачаться можно-то? Уверен, что мобильный потянет. Потянет. Я с мобильного в Хон играл, чтоб ты понимал. Причем за 3 часа игры у меня всего лишь 500 метров сажало. Вот, даже нажимать не... Мне нравится, что тут много чего автоматическое и одновременно не нравится. Классные топоры. Это скинчик дали? Это за Battle Pass. Но он бесплатный, да? Нет. Ты его купил? Да. Сколько?
5 баксов. Что у меня кнопка запуска этой игры пока невозможно. А где вы сейчас? Перезайди, перезайди в Battle.net. У меня тоже. Магазин, а с компа можно, да, купить? А я не знаю, я не пробовал. А что это? Комплект новичка, хрена себе лук, я хочу себе такой арбалет. Доллары стоят. Да, 27 гривен. 27, у меня 29 в телефоне показывают. Ну, скорее всего, у каждого же разная шмотка. А, 27 гривен? Лол, шо ты, подешевле? Видимо. Так, а сколько стоит батл пасс у тебя с компа? А где он? В услугах, в услуге. В услугах. Умения, друзья, совершенство, бестиарий. Лизи. Где здесь услуги? Услуги. Магазин, популярные глифы, комплекты, декоративные услуги. А, у тебя, наверное, еще не активен, по-моему. Типа, а, ну да, он открывается позже, у тебя же батл пасса еще нету. Ну, да. Надо пройтись. Все, пройти, я, да, я убил Диабло. Сначала пройти. Кстати, видно, что есть под какую-то надпись, а надписи нет. Ну да, я забыл, там открывается там на каком-то уровне. Я ульту добыл. Шоу, ты прошел? Да, я прошел игру. Все, получается, стрим, до свидания. Спасибо за игру. Не понял, еще кто-то? The player hasn't unlocked. Он еще не открыл. Ты... Так да ты еще не убил ничего. Я убил одну шлюху, я думал. Так одну. Там ты еще дракона будешь уничтожать. Не, ну хотя бы анимации приятные. Бейграфон, в принципе, в целом приятный. Вот на телефоне, кстати, тоже прикольно, но на телефоне мне вот не нравится, что тоже как-то, ну, как-то экран хочется побольше, да. Либо отдалять чувака надо, либо экран больше. Блин, меня, конечно, бесит то, что игра очень линейная. Вот я хотел бы сейчас просто постоять, покачаться, а тут коридоры такие. Ну тут локации, да, такие странные. Нет. Нету, потому что эти дебилы отключили интернет ровно 8 часов. Вот ровно 8 часов интернет отключился. Я вообще с телефона не могу, мне пишет недоступно, походу, реально сепаратист. Я не пойму, что я твои миссии не вижу. По идее, стыковаться должны были как-то. Как это можно как-то сделать? Мне кажется, только если одна. А еще бесит таргет, как он. Ты сдалека видишь врага, ты можешь по нему стрельнуть, пока близко прям не подойдешь, ты вообще на него нажать не сможешь. Так, оно я сделаю тебя лидером. Что-то у меня горит красная какая-то. У меня бомбит, это просто. А это рамка. А что это тут? Черепочки. Ваш сюзин предлагает пригласить Фелечку, окей. Я чуть не сдох, пока у меня экран этот выскочил. Оля, мотки. Вабач, какая-то. Паша? Кто? Игрок Вавчика находится поблизости и преследует эту цель. Не, это просто рандомный чел. Не, у меня же вспомогает. Отмена. Без Паши, блин, охрань, да? А можно как-то заданием поделиться? Вот... Подожди, он тут бесконечно спамится? Не, пока сундук-то должен появиться, по идее. Если у тебя события тут. А у меня ничего здесь нет. Ну тут были черепки, я к ним пришел. А, не, они будут время от времени респавниться и все. Destiny напоминает. Все, я в игре. Пока нет. Пока эти придурочные. Не может не планово выключиться ровно 8 часов. Вот ровно 8 часов он выключился. Я еще сидел курил, он выключился. Тварь. Все. Опять my name is true. Редми на 10. Ну все, ждем тебя. Редми. Здесь. Капец, тут чатики долбоёбы, пиздец. Алло, а меня слышно вообще? Ну да. Да слышно тебя. Слышно, слышно. А чё мне. А в друзья как надо? В батлнете добавляться или самому? Да я пиздуй. Естественно. Я ж тебе еще час назад написал, скинь свой батлнет. Хэштег или никнейм? Хэштег. Да, по-моему, все равно. О, сейчас. Опять черепочек появился. Батлтаг свой. Батлтаг или почта какие-то... надо? А ну тех это ж хэштег, вот эти цифры кидают, 5 цифр. Ну, да, 4 цифры, я там помню.
О, врата... А, блядь, ты почитал. Там было написано Украины. А вообще, Украины. Через О. Бесит то, что ты не можешь скилл автонаводкой, типа, использовать. Когда он стреляет в одну цель, а мышка, допустим, в другую. И он, типа, туда, куда мышка направляет. Я вас вижу. У нас вот эта система с зажатием клавиши. Чтобы скилл работал, надо зажать. Неплохо. Hello. Что-то не, нету отправить. Не понял. А, наверное, без этого. Ля, как могу. Вот там раскрутился пенис. Не, мне не показывает, что можно кого-то добавить по этому хэштегу. А как? По чем можно еще добавить? Email? Email, да. Чё возле нас форк бегает какой-то? Пошёл нахуй. Квест сделает он, нардыш. Где Виталя, сука? Да забей. Шпёхается. Смотри, стрим такого, чё, охуели? Ссылки, игры. Где тут имейл? Посмотрите. Я просто знаю примерно, какой имейл. Да, блин, я хочу. Конкретно какой, я не помню. Дословно. My studies have paid off, it seems. Я уже забыл сюда. Говно, блин, придумали, блин. Только к стиму привык. Маятник смерти. 50 левел максимально, да? Так, чтобы скопировать батлтаг, ты на свой никнейм нажимаешь, он щелкните, чтобы копировать, и все. Да задолбали вы спавниться здесь. Сейчас, блин, скопировано. Скидывает. Вот вот так вот оно скидывает. А, все, понял. Надо еще никнейм. У меня жизни мало, кто меня дубасит тут. Вот эти же спавнятся, а я же один тут в них. Так о чем мы тут стоим? Мы просто качаемся? Я вас жду, пока вы отойдете. Я же хочу тоже Пашу добавить, а тут если все АФК будем ставить, подохнем нахуй. Пошли, отойдем. Я думал, тут возле здания, но никого нет. Так. О, вот. Кто мне его? Всё, я кинул. Украина. И шо? Варминг. Уярминг. Да, я так, не добавить. Электронная почта. Возможно, друзья. Подожди. А батлнет? Я хочу через батлнет. Что тут? Не пишет. Да, через батлнет тоже. Варминг. Я подключаюсь к Wi-Fi. Все, я вроде кинул ему запретку. А че мне его не ищет через бат? Кому ты кинул запретку? Тебе кинул запретку. Батл ты отправить. На стриме спалит? Нет, конечно. Я тебе тоже кинул. Пенис в личку. Я кинул тебе за реквест, друзья, зайдешь? Добавишь? Сейчас не заходит. Грузит. Мобильный интернет. Не понял, что твой стрим на паузе был. Ну, потому что я в этом, ну, батлнете лазил. Пашу добавил. Там же, когда выходишь в другое окно, оно это стопает. У меня будет лагать этот 100%, потому что, ну, с мобильного интернета. Ну, сейчас попробуем. Она не требовательна. Да ну. Только меня уже три раза выкинуло. Требовательно, не требовательно. Мы по заданию идем или... Так, пошли, у меня нет тут никаких заданий. Вас это одно на двоих должно быть. Убейте расхитителей могил. У меня вон шаги налево показывает. Я нажимаю. Так, а такого нет, где ты взял. Не знаю, ничего не было. Запустится интересно. И у нас разные задания. Так, он не прошел еще, потому что он же прибежал просто сразу. Да. Который... А, не, я ж там доубивал. Кого-то. Ты назад вы возвращаетесь? А, ну да, окей. Сейчас подожду. Погрузка обновления. Всё. Такое. Ты от FPS фейл. Да блин, что это за мушки? Вайбер написал. Блин, с телефона бы, конечно, жарить, либо джойстик.
Я ж там нахожусь в вайбере, у меня интернет. Нормально, джойстик слова где-то косарь брать стоит, да? Да. То есть, я хотел от Xbox купить, но от Xbox он 2,5 стоит. А ну, так джойстик, да. И, ну, если ты, смотри, какой ты ходишь, беспроводной или нет? Steam Deck, блин. Беспроводной можно за 300 даже взять, 500. Конечно, лучше беспроводной, я бы сейчас, наверное, все беспроводно. То есть провода задолбали, если честно. Но только беспроводной, он идет без этого, без адаптера, мне кажется. А, как подключать? Ну, это отдельно покупать. Никак. О, все, это... Забавно. Так, я зашел в игру. Почти. Нормально, тут стою, разговариваю с ней, а ты как-то ее мочишь. Так. Я пропускаю, потому что это фигня. А нахрена? Так я... Ну, что я сделал? Тоже мне игру. С вами в игры так играть. Какие игры? Вообще. Ага, как ноль погружения в игру, все нахрен пропустить. Как с вами в ферму играть? Нормально мы играли. До конца даже мне не дают не быть дела дойти. Ага. Говяжьи колбаску. Коровку не подавили. Еще цеплят здесь. Да задолбали разговаривать с тобой. Вот тут фиолетовый этот. Выключите. Блин, а он мне недоступен будет. Он серым горит. Блин. Его лут не получил. А чё так? Потому что чел начал его раньше бить. Да ну это не прикольно. Там, по-моему, нет, если он сносит нет, больше там какого-то процента, то он все. Что нажимать? У меня нет опыта в игре в Diablo. Или да. Потому что на мобилке именно. А ты как думаешь, у тебя есть опыт? Нет, так хорошо. Я с вами буду или мне обучение? Сначала обучение. Конечно, с нами. Блин, мне теперь назад в любом случае обучение. Только вы скажите ему, чтобы он выбрал север. Да, Blood Rose, выбери сервак. На Европе. На Европе, да. А что именно этот сервер? Там показывают друзья на этом сервере. Что тут русские играют? Ну я заметил, да, в чатике. Русскоговорящие. В чатике тут просто бушуют. Ну да, да, там. Я закрыл его нахрен. А где сервер выбирать? При создании, там в начале, что ты когда только создание там снизу, по центру. У меня пока только коснитесь, чтобы начать игру. Дима там куда-то ушел, а мы с Вовой назад Магический пошли. Урон, блин. Да, это я ушел уже. Тебе надо назад, Паша, вернуться. Что же по заданию? Это перспектива выбираю, да? На главное меню. Анахиня. Алло, ты слышишь? Алло, алло. Ты кому? Я, да. Да Паша, я говорю. Сервак выбери вообще. Ну, ты сейчас создашь черти где? Так, а где вы? А, вот. На старте. Что, а как? Где сервак-то выбирать? На Европу выбираешь, и там есть Blood Rose. Ну, выбери вручную. Регион, не Европа. Нас Виталя слышит, пацаны. Виталя, ну, здорово. Блять, тут поговорить надо, не пиздить их. Изменить. Поговорить дальше. Поприветствуйте Виталю, он вроде там. Виталий, напиши что-то в чат, ты зарегистрировался? А тут нежити надо 25, чтобы... У меня что там, блин, задержка вообще невероятно идет. Ну, блин, а что это предосмотр снаряжения, что это выбирать? Первое, просто второе. Как на тебе будет шмот смотреться? Ничего не дает. Ну, красненько неплохо. Или беленько. Ты не возьмешь, сейчас. Ты просто тебе показывай, какая шмотка есть. Валя. Ага, да-да, расскажи. О, Виталька 53 пишет привет. Что там, чатик пишет? Привет. Привет, Виталя, как дела? Рассказывай. Добро пожаловать в снаряжение, получить. Чем занимаешься? Я золото получить. Так. О, может сейчас и будет доступно это? Нет, недоступно. Мне игра посылает. Как нам шмот выбрать? Забыл. И? А, что? Поодевают всякие шмотки. Мне скамочка была. Как Бэйби пишется? Баби, по-моему, да? Баби. Так, найдите домик служанки. Вас тоже? Там мне нет вашего задания, я выполнил его давно. Вы вдвоем скооперируйтесь хотя бы. Бэйби уже исполнил. Виталий, ты где там? Я иду на домик. Виталий, заходи в игру. А на варне где он здесь? Пипец, Виталик, это предательство. Предатель.
Хорошо. Хотя бы пусть это Катя заходит поиграть, раз ты не хочешь. Да. У вас же телефоны есть, тут можно, блин, с телефона зайти. Блин, а что это за совет? Поговорить с кузнецом и разберите предмет. Так, я зашел. Ладно, потом вернусь. Иди. Сука, как выключить эти подсказки, ёба? У меня автоматически неинтересно подключиться к кабельке, когда он, блин. Так, пропусти древние. Подсказок на пол экрана. А что мне тут делать? Там эти шаги там есть. Там все подсказывает. А что мне, а как карту подсказывает? М. Не поверит. А тебе на сейчас надо, там все линейное в начале. Да, в принципе, вся такая игра. I didn't kill her, if that's... Поговорить с злом, а зло, ты где? Так он тут появится снизу. А он еще не появился, а вон он. Долго он появляется. Рафна. Блин, странно, что тут синхронизации нету. Как-то должно, как в Diablo 3, быть синхронизация. Странно. Ну ладно. А камеру отблизить можно? О, похилиться не хочешь, нет. Нельзя. Что ты там говоришь? Сидит, смотрит стрим, слушаешь. Это хорошо. Если бы шарил, как зайти, и интернет лагает. Что бы хотел сказать? Интернет лагает. У меня вообще интернета нету. Ну, вот, у Паши вообще интернета нету, он сидит. Ты играешь? Смотри, Виталий, заходишь... Как это называется приложение? Play Market. Скачиваешь... Diablo Immortal, вот, зарегистрируешься там в учетную запись, вот, и все, и играешь. Эта игра рассчитана на мобильных пользователей, поэтому у тебя компьютера нету, как сказать. Я к тебе мог присоединиться был. Я присоединился. Ну я вот это, торговцу задание выполнял. О, вы достигли второго уровня. А нельзя уровня. Заново. Ебал, дёшь. О, мне босс. Страх, ты сюда, нет. Такие, как ты, вечно лезут, не своё дело. Ну, мы уже платим. Ну да, надеюсь, Паша, ты сервак или нет? Да ну, я на Европе. Да какой Европе? Если ты не на том серваке будешь, сейчас будешь по новой давать перса. Нам не подсоединишься никак. Так как где сервак-то выбирать? Спрашивал. Нажать надо на него. В самом начале тебе сколько раз сказали, когда только ты в игру заходишь, там в центре снизу написано. У меня написано, только нажмите кнопочку. Чтобы... Там, а выше, триал. Нажимаешь на триал, и там выбор сервера. Ой. О, ладно. Нет, блин. Ладно, как нельзя на меня сейчас шутить? По новой зайдем. Он тут базарит меня на пол экрана. У меня нет текста. Вы, наверное, не убрали или что? Нет. А как? А хотя да, не базарит тоже. Где был он сейчас? Нет, можно этими. QVA. Тут сундук есть, кстати. Можно QVA? QVA? Да. ВСД, да. Хорошо, QVA. Тут нет сундука какого-то. Я не знаю, что у вас там. Вы ж выполнили, убили его. Да он сверху вот. С него лут падает. Ну вот, вот, я зашел в игру. Открыто бета-тестирование. Куда мне нажимать? Экран покажи свой. Да не могу показать, у меня интернет на компьютере нету, я с мобильного сижу. Так ты на телефоне или на чем ты сидишь, я не пойму? Компьютера? Да жарю, как только ты зашел в игру, у тебя там должно было написано, ну что вот, типа нажать вот любую кнопку и триал в центре написано. Он зайди на стрим, когда или в Вова не, а он не вышел. Я не написал. А как выйти в этот главное меню? Вот, все, я понял. Тут только сухой можно выйти. Я нажал. Как сервер называется? А, Blood Rose. Чё, Виталий, тут еще, да? А
Тебе должно показать, что там друзья. Какая херма? Нет. Когда вписка, Виталий? Нет. Еще раз. English, Blood Rose. Кстати, пацаны, я постригся. Кто не заметил? Смотрите. Кто-то не смотрит. У меня нет вот этого. Да должен быть, такого не может быть, чтобы не было. У меня тут North America, South America, Europe, Океан. Ну, Europe, Europe. Красиво? Красиво? Кто смотрел? У меня тут стоит Германия. Потом язык, English. English, ага, вот. И теперь Blood. Blood Rose, да? Да, там написано три друга на серваке должно быть. Да. Да, да, да. Четыре. Один на нижнем еще есть. Вова, наверное, создал. Да. Все. Blood Rose, да? Да. Все, зашел, все. Отлично. Let's go! Больной зрительница. Нахрен так орать. Ничего себе, тут даже Destroy есть. Конечно. А дерево? Передовая игра. А дерево нельзя сломать? Тут могилы ломаются, если что. Я вижу, я только могилы сломал, да. А дерево нельзя. Хуясь. Death spell можно зажимать? Я не знал. Да, никакого спелла. Понимаю. Я третий спелл тупо юзал. Ты обалдеешь, когда тут есть еще спеллы меняются, и их можно зажимать, и он сильнее будет стрелять. Стреливает. А спеллы тебе даются от шмоток, да? Насколько я понимаю? Нет, сначала через левел, каждый левел там даются шмотки. Ой, этот. Да ты понял. Как они называются? Умение. Мне надо кнопки поменять на. А, можно бегать. Как убрать вот это? Нажмите, чтобы прекратить отслеживать. Ты задолбал. Не знаю, оно у меня само исчезло и все. Ну слева по классу. Нажми так, чтобы прекратить отслеживать. А, это обучение. Получить. Так, открылось уже наконец-таки. Не. А некротик. Да, блин. Интересно. Гробница ее открыть нельзя. Неинтересно. У меня стоит ПКМ спел. И он еще нажимает, чтобы идти. Так. Шаги в другую сторону вообще показывают идти. Вам надо два алтаря активировать, а потом в центр вернуться. Еще надо нажимать на шмотки, которые падают. Автоподбор включи в настройках. А я бы с радостью. Шестеренка общая, автоматический сбор, три галочки ставишь и все. Управление? Нет, не управление, общее. Вниз там листай. Здорово. Другой здорово. Участник начал выполнять новое задание, присоединиться к нему. Да. Автоматический сбор предметов. А, тревалочки, по-моему. Награда. А как мне поменять эти управления? Не знаю, я не менял. Я тоже.
Не знаю, что там хочешь поменять, что тебе так неудобно. Ой, я бы четверку поставил бы на букву F. Мне неудобно, потому что я нажимаю мышкой автоатаку. То есть надо автоматическую атаку где-то поставить. Так, а что за зона события? Мобов убить надо просто вон в этом, на карте ж, не видишь? На мини-карте желтая область, там просто мобов убиваешь. Как тут мобов? Кого убивать? Любых. Вот у меня 10 из 20 убито. 15 из 20. Долго это проходило? Это кто такой? Да блин, не хочу с тобой говорить. It is done. The breach. And I don't. Я бы, допустим, автоатаку на единичку понажал. Все, у меня на выход. Боевой пропуск я могу теперь. Охуеть. То есть мышкой бегать. А чё не подроб... Ой, это что? Принять подробности. Подземелье. Подождите, блин, меня. Всё. Идите, сейчас мы подземелье пойдем за Пашей, потом вернемся. Умение, взрыв трупа. Сундук сверху. Ну, еще дальше. А как чат? Так, он точно. Ну где мы справимся, я думаю, тут еще есть. Нет, нет, нет. Да нет, там только один сундук. Думаешь, тут миллион сундуков будет? Как сделать автоатаку автоматически? Shift зажимаешь. Прикалываешься? Shift зажми и все. Если шифт он на месте стоит. Да. Нет, ну и кликаешь автоатаку и все. То есть зажимаешь левую кнопку. Левую кнопку мышки зажимаешь, и он все вот бьет сам. А ему надо, чтобы он с места стоял. А я откуда знаю, что он хочет вот так вот бегать, типа, чтобы оно само стреляло, да? Вы понимаете, что с левой кнопкой мыши персонаж тоже бегает. Но... Чего зайти не могу, не понял на второй этаж. А ты бегай QVE и направляй на мобов стрелять просто. То есть не бегай мышкой. Так удобно. Ну, так если я буду автоатаку нажимать, он будет бегать. Да нет, он нажми один раз, он стреляет сам потом. А ты какого взял? Ты ж, наверное, взял этого ближнего боя? Нет. Некромант. У него гибридный. Средний, дальний. Средний, ближний. У меня забагалось круто. Чё за хуйня? Ну, просто надо... Сундук. Что-то внизу, видишь, какой-то монстр внизу. Где? А вон под этой, под полом. Ну а потом бить надо будет. Вон сфера ускорения. Ой-ой-ой, не пугай меня так. Ультую. Это если что, не последний босс. В чем? В подземельях всегда три комнаты, типа.
комнату вашу с... О, лишь как бы это оказалось, нет. Дар бесконечный. У меня тоже вход в этот, блин, багает. Получено одно воскрешение. Удар молнии! Шуруп-шуруп. Нормально. У вас 9 убийств. Чем больше типа набиваешь что-то комбо, тем быстрее заполняется ульта или чё? Нет, сейчас опыт даст. О-о-о. 2 косаря опыта. Так дает. Да. В третьем Диабло так же было. Ты же третий не играл. Вообще в Диабло не играл, да? Да, мы так и серьезно? Даже на Руи не играл. И я не играл. Да, да, рассказывай. Шо? Я не знаю, где десятку взять. Десятку? Серьезно? Так там так нельзя. Только 11 так можно взять. Так, у меня же есть флешка. Можно до босса уже бежать. А, не, нельзя, надо убить их. Нельзя как-то сразу тут все надеть, то что лучше одной кнопкой. Никак. Вообще, если ты захотел. Нет. Там первого босса двойного убьешь, дуру и дракона. Придешь обратно, все, пчел как бы закончил. Ой-ой-ой-ой-ой, что он делает? Да, есть интернет. Да, есть. Да. А чё я с места не мог сдвинуться? Слишком нагромождённый интерфейс на такое маленькое окно. А тут сохраняться не надо нигде? Так, всё, я вышел. Нет, конечно. Так, надо шмотки одеть, да? Попробуй один. А ничего, что я этот там кинжалы буду одевать? Если откуда я знаю? Чипов. Что значит ничего, что? Типа я мах. И чё, они ж тебе кинжалы совсем другое дают, они ж тебе не физ, а дэмэдж дают. На мне вообще только на меня всё падает. Ну и это всем так. На меня тоже, на меня только падает. А ну сколько он стоит? На компе. Так, магазин. Материалы. 27 рублей. Услуги. Гривен. Так, это не боевой пропуск. Усиленный боевой пропуск коллекционера. Бой. Обычный пропуск. Обычный усиленный. 39. О, тут дешевле. Я взял за 150, по-моему, сейчас скажу, сколько я взял.
Алло, можете мне пати принять? 139, да? Ты обучение прошел? У тебя мультиплеер появился? 419 улучшено. Капец. Жесть. Где деньги, бать? Не прошел он еще ничего. Ничего ты не прошел, да. У тебя 10 уровень должен быть, чтобы там играть. Так, надо пойти шмоточки продать. А то у меня все забилось уже. Они, получается, не продаются, они к кузнецу разбираются. Да. А можно уничтожить. Не, не надо, лучше разбирать. То, там надо много этих ресурсов. Чтобы улучшаться. Донатная помойка. Пиздец. Я за 144.99 взял. Что меня бьёт? Battle Pass. А ты сколько сказал? 139? Да, 109. Как тэпнуться обратно. Ну, видишь, чуть-чуть дешевле, да. Вот порт. Где там? А вообще как... можно где? Даже не заходить в эти порталы, у тебя же свой есть. В этом, в инвентаре, по-моему, он призывается. Бесконечный? Да. Ладно. Я в начало к Паше. Он сейчас должен уже зайти, уже скоро. Куда? В окраины? В Украину? Да. В Украину. Так, вот это все разобрать. Улучшить. Мне надо какой-то предметик бы улучшить. Откуда у меня такие деньги? Вы чего охренели? Много вы хотите, мистер? Тимофеля вижу, вот. What can I do for you? Я продаю эти ресы. 3 копейки даю, да, металлу? Да. Ну так ты одну. Ты выбери этот галочки, он разобрать все. Он, видишь, у тебя там 3 этих. Синяя, серая и это. И. Вот там выделяешь, и оно это. Тебе надо сначала одеть нормальное, видишь, ты он тебе предлагает одеть хорошие шмотки. Job well done. А, о, я еще. А, тут почти бесконечно. Ну не бесконечно. Ну как почти? Не почти, но. Гнезда еще есть, капец. Да. Я помню, тут не надо даже. Тут лучше брать уровень предмета, чтобы больше был. Я головы. Это важно здесь. Ага. Головы. Не голова нет. Потом появится, она со временем появится. Голова, сапоги, пояс потом появится. What can I do for you? Все остальное продавай нахрен. Продал, а что можно улучшить, типа, да? У меня есть... А потом можно будет улучшить. Желтые шмотки есть. О, можешь улучшать сразу. Че? Оно навсегда улучшается. То есть тут не привязывается к шмотке. А в прямом. Лучше? А что оно улучшит? Он же не видишь, сила воли, стойкость с 0 до 2 повысится. Это типа общие характеристики. А что тут характеристики дают вообще? Это читать надо, я не смотрел. У меня как-то похрену. А где тут читать вообще? В инвентаре в И заходишь, и там под своей иконкой слева этот снизу там показывает эти характеристики твои. Закончились ингредиенты, чтоб улучшить. Все, не улучшишь, получается. А у тебя, кстати, я не вижу этой... А, вот, да, есть. Вон, интеллект, говно. Вижу. Приду. Че, телепортом, конечно. Так, шмоточки понадевали. А персонаж сам отхиливается? А Q надо нажимать? По-моему, не Q. Там фласки
можно сказать, бесконечные. Там, по-моему, когда бьешь мобов, они вас пополняют заряд. То есть не надо постоянно покупать их. Круто. Так, а я еще хотел четверку поменять с тройки. Нравится мне эта цифра. Умение заходи. Не-не, или что ты? Клавиши. А, в настройках в параллели? Тут на букву F ничего нет, да? Ничего. На F не знаю, посмотри. Не вижу, F, MA. Сейчас нажму F. Да, ничего нет. На E, на Q тоже. А, не, на Q хилка, а на E вроде нету. Тоже ничего. На E, нема ничего. А на R шо? Нажимаю что-то. На R тоже. Не, на R мощное умение. Ульта. А, это ульта. Ну, да. А Т. О. Паша так долго, что ты только 8 ловил? Давай, вот сейчас только мусора будет. Привет, подними онлайн просмотры, ищи гугли, пошел нахуй, хаб, шоп, пользуйтесь все время. Спасибо, пошел нахуй. Я здесь. Забанен нахуй. Кого там забанили? Пишут уже в чатике, короче. Хотите поднять просмотры там? Подписку онлайн, поднять. Да. Подписку поднять хотите себе? Что, мы за Пашей идем, да? Да. А тут левел мобов тоже этот спавнится такой, как у тебя. Скалируется. Да. Но у меня он сейчас на 2 левела меньше, чем у меня. Я смотрю. У меня 39, а не 37 для меня. А, тут фласки просто так валяются. Я понял. Это не фласки, то эти чисто. Так, ваш предлагает. Unlocked. Так, я сейчас в Wartem иду. Да. Wartem. Wartem, да. Ищем потеряшку нашего. Опоздашку. Ну я знаю, где он заспавнится, поэтому. Без интерняшку. Безопасная зона, сейчас. В безопасной зоне тут. В безопасной зоне находишься? Да. Так что ты его приглашаешь, смысл? Он должен 10-м минимум стать, а то и 11-м, по-моему. Вроде 10-го дается. А предложение отправлено лидеру группы? Нормально. Hello. Hello. Что ты мне можешь дать? Саботс. Wartem. Так, кто здесь со мной? Двоечка со мной тут бегает. Да и троечка бегает. Я уже тут. О, а как Влад быстрее меня сюда? Тэпнулся как-то? Нет, потому что я здесь всегда был. Я сюда же тэпнулся. Я всегда был. А как тут тэпэшки делать? Я не разобрался. Инвентарь заходишь, и там голубенькая, он этот, голубенький это портал он будет. На него нажимаешь, и он там, этот, ближайший безопасный, а тут как раз он тебе сюда затпшит. А Вестмарш, что столица, она у тебя еще не открыта. Все, подземелье пошли, можно выключать стрим? Да. Да? Можно вообще закрывать игру. А чё, друзья, ноль, не понял, Паши нету. Он вышел? Его опять выкинул? Well. Паша? Алло? Ну, у меня он не в сети показывает.
походу опять выкинула. Блядский пиздец. Рази, блядь, опять интернет. Ты не заплатил? Да заплатил, ну, все, заплачено, Илюх. В смысле? Эти ублюдки просто отключают интернет. Хотя так, интернет такой. Второй выпуск. Им просто сегодня захотелось, блядь, заснуть дело, я не могу. Такой великий день. Ну и никнеймы, да? Free to play. Кавказец. Кавказец. Кита. Зоид. Учиха. Он учиха побежал. Он учиха. А, это Улухи. Улухи. Вот корень кузнец. А у меня нормальник? Не, хрень из-под коня. Так вот, как тебе говорил, что там Дима от нас что-то скрывает. Захожу, короче, значит, анимешку. А там говорят, типа... Аниме, типа, озвучено проектом Анистар, а именно, там какой-то чел, Феля, я такой, оп, не понял. Какой-то Феля. Действительно, ой. Это именно я. Что, портал какой-то открыл? Нет. Мне тут уже это все убито. А чё мне... Лутается. А, через что оно покупается здесь, интересно? Через Battle.net? А этот кошелек? А ну, хочу что-то купить. Допустим, вот это. Ага, портал открывается. По ней, да, через должно. Сейчас, грузка магазина. Ты пропал у меня только что. Я? Вот, появился, да. Да. Магазин загрузится, у меня ничего не грузится. Но... Сейчас зайдем. Идет обработка, пожалуйста, подождите. Загрузка магазина. Меня никуда не заходит. Рубузяна. Идет обработка, пожалуйста, подождите. Я нажимаю, да, идет обработка. То же самое. Ну, Battle.net открыла. Да? Ничего не открыла. Способ оплаты. Банковская карта, кошелек Battle.net. О, у меня на кошельке Battle.net есть 1200 гривен. Все, да. Можно спокойно картой оплатить, дешевле, чем с телефона. А там, наверное, потому что ты через Google Play, да, оплачиваешь? Да, я через Google Play. Но они Google Play. 30%. А, ну, наверное, за счет этого, да. Ну, тут курс 27, слышишь? Не 30, а 20%. Ну, курс 27, да, если это 1 доллар 27, это жирно. У нас даже, типа, официально же не 27, да. А 29. Блин, у меня все равно не заходит в магазин. Что за херня, как у тебя зашло? Ну, не с первого раза. Блять. Идет обработка. А АВД, блядь, пропала. Где фельдшерский код на пап? А что это название поменял? А, вот, открылось. Да, кошелек банковская. А ну, оплатить. Перезайду. Кошелек. Блин, пароль ввести надо. Сейчас перезайдем. Уже 20-го ула, нифига себе. Качается за 5 минут. Ну, не тут, за 5. Тут до 35-го левела качается за 3 часа. Если идти как у Вова, все нахрен пропускать, не читать, не слушать, тогда да, быстро. Очень. Ну, как я, в принципе, я тоже не смотрел видос. А я так не люблю играть, я люблю погружаться в игру. В смысле, надо зайти просто потыкать. Лучше в кое-что другое погрузить. Я могу и в PUBG просто потыкать, там как раз для этого шутер. Я игру не могу запустить. Твою особенно. Игру не могу запустить, нормально? А тебя вылетело? Нет, я вышел сам. А, ну, не знаю, перезапусти Battle.net. Там обновление.
закинчено. Нам не удалось произвести проверку вашей учетной записи с помощью предоставленной информации. Чё? Я же пароль неправильно ввёл. Или данные все не совпали с тем, что ты заполнял в этом, в Activision аккаунте. Не может быть. Ну, либо оно сейчас сырое, либо лагает, потому что все, наверное, тут заходят такие: о, сезон пас. Это самое всегда. Дешевле. Туркмен зашел такой: купить. Посмотреть никто не хочет, что тут покачали Диабло. Я бы поработал миньоном для кого-то в Диабло. Миньон. Да, я просто неправильно ввел пароль. Все, покупка завершена. Изи. И ровно столько же содрало без 20%, да? Сейчас посмотрим. Так, нажмите, чтобы закрыть. Я понял, что там. Ты меня телепортируешься. Ты не ходишь, ты меня телепортируешься. Я? Да. Странно. Так, сейчас. Без магазина. А, можно тут купить самоцель. Что такое улучшается? Ничего не покупается. Печка вышел. Не знаю, попробую. Может, компьютер перезарядить. Попробую. Так, пока оставлю на трансляцию.